Благодаря акции «Реальные дела», проводимой партией «Единая Россия», установлены детские площадки, отремонтированы аварийные колодцы на территории села. Деньги были перечислены через депутатов Курултая. «Реальные дела» начали дела делать именно с детских игровых площадок. То есть установлены детские игровые площадки. Сейчас сами видите, здесь в парке Победы. Сами видите, дети радуются этому. Также детские игровые площадки установлены у нас в многоквартирных домах, чего радует наше население, детей в особенности. В настоящее время, в этом году, тоже перечислены деньги на реальные дела. И будут приобретены детские площадки для сельского поселения, то есть, опять же, для многоквартирных домов, так как у нас не везде еще установлены. Также у нас будет посадка саженцев. Тоже у нас, значит, есть куда посадить, озеленить наш поселок, чтобы цветущим он был, чтобы люди тоже радовались всему этому. А также будут отремонтированы бордюры. Бордюры у нас по улице Дорожной, их надо привести в соответствие. Конечно, хочу обратиться всему нашему населению, чтобы берегли нашу Березовку, видели красоту, что мы тоже стараемся, и помогают наши депутаты создать уют в нашей Березовке. Хочу поздравить с Днем России, пожелать здоровья, счастья, благополучия в каждой семье, солнце, радость. И всего доброго. Сами со специалистом по благоустройству и также с отделом архитектуры ездим по поселку и смотрим, куда можно устанавливать. Но если есть желающие, вот, которые люди, жильцы приходят, обращаются к нам и с заявлениями, и просто в устном порядке. Мы на это как заявку принимаем в любом случае. «Реальные дела» партии «Единая Россия» является продолжением поэтапной программы, начатой администрацией района, поселка и депутатским корпусом. Программа по сохранению и дальнейшему развитию нашей исторического парка. Это великое, могучее, красивое место, история. Еще раз всех приглашаю, жителей района, поселка, от всего сердца включиться. И так хочется, чтобы мы душой и сердцем стали участниками этой программы. Администрацией, депутатским корпусом по сохранению и укреплению парка, начатое в дальнейшем продолжается. Хотелось бы видеть беговые дорожки, прогулочную дорожку, тропу здоровья. День независимости России – это праздник всенародный. Его радостно встречает каждый человек, считающий себя патриотом отчизны. Ведь с того дня, когда был принят суверенитет Российской Федерации, ведет отсчет наша великая держава. Я всех поздравляю с этим замечательным днем, каждого гражданина нашей страны. Пусть в каждом сердце горит желание сделать свой родной дом, школу, село, родину процветающей, богатой, комфортной. С праздником вас, дорогие россияне, с Днем независимости России!